ФК «Химки» в последний день лета провели встречу с командой «Спартак-2». Матч прошел в рамках 11-го тура первенства «Олимп» футбольной национальной лиги. Поддержать любимую команду пришли тысячи жителей. Обе команды рьяно сражались за победу. Первый тайм закончился ничьей. Во второй половине игры красно-черные перехватили инициативу. И на 71-й минуте нападающий Камран Алиев забил единственный гол этой встречи. Главные критики, они же болельщики, остались довольны игрой команды, но многие голевые моменты были упущены. Игра понравилась, только разве что не хватило того, что много нереализовано было. И вроде постоянно подходили, все ближе, угловых там штук 9, наверное, не меньше. А им все никак не залетало. Игра была отличной, «Химки» много атаковали, Алиев забил потрясающий гол. Мне понравилось. Приходите болеть за «Химки». Стоит отметить, что все 11 игр красно-черные провели без поражений, тем самым побили рекорд ФНЛ. Такого количества выигранных матчей до этого не было ни у кого. Сейчас ФК «Химки» занимают вторую строчку турнирной таблицы.